называется, собеседник. Знаю, что интервью, по крайней мере, планировалось. Чемпион мира 2002 года Роберто Карлос готов ответить на наши вопросы. Роберто, это ваши первые 45 минут на домашнем стадионе «Динамо». Вот как атмосфера и как, собственно, первый тайм? Добрым примером, что 40 минут, что вас карьера кину, да, и что у тебя вас будет жизнь, чтобы атмосфера и чтобы пример тайм. А мяч, да, мне торсида маравильоза. Só precisamos dar uma alegria a eles agora, que podendo voltar para o segundo tempo e fazer os gols. Наши болельщики потрясающе нас поддерживают. Единственное, что нам осталось сделать, вернуться сюда после перерыва и порадовать их забитым голом. А вчера болельщики устроили такой праздник, встретили команду. Удивило вас приятно это событие? Вот и команда Торсида шагов про encontrar no aeroporto, você foi surpreendido, да? Me surpreendeu, mas eles merecem. Uma coisa boa da gente esse ano, é só a recompensa. Eu acho que torcedor do Anzhi vai merecer jogos bons e grandes vitórias. Да, я был очень удивлен, и они заслужили, чтобы мы сегодня отблагодарили хорошей игрой с забитыми голами. Спасибо.